Добрый день! Послушайте, как шумит бамбук. Этот звук происходит не случайно, а от того, что листья бамбука пропитаны кремнезиумом. Можно даже сказать, что в листьях содержатся малюсенькие осколки стекла, потому что кремнезиум накапливается в листьях растения и мешает различного рода насекомым и другим желающим поесть листья бамбука, мешает их жевать. Это один из классических способов защиты как злаков, так и осок от поедания травоядными животными. Поэтому всегда забавно пошуметь бамбуком. Кстати, многие не знают, что такие низкие растения тоже называются бамбук. Они относятся к роду саза. Саза – одно из японских названий, которое перешло в латинский язык. А растет эта саза на вершине горы Нагахакусан. Это центр Японии, недалеко от Нагои. Одна из небольших, но довольно серьезных гор, потому что вы видите то, что называется альпийскими лугами. В Японии альпийские луга во многом поросли именно вот этим бамбуком сазой. Сазой, которая сегодня, 3 ноября, очень красиво выглядит и блестит на солнце. Саза – японский бамбук, который образует альпийские луга на японских горах. Лес Японии кончается где-то здесь, на высоте 1500-1600 метров над уровнем моря, и можно с этого момента наблюдать альпийские бамбуковые луга. Большое спасибо за внимание.